Всем привет! Сегодня буду рисовать медвежонка. Берем коричневый цвет. Рисуем 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раскрасили. 2 клеточки вправо. 1, 2. Одну клеточку вверх. 4 клеточки вправо. 1, 2, 3, 4. Одну клеточку вниз. 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Одну клеточку ниже. Еще одну. Закрасили. 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Две клеточки вниз. 1, 2. Одну клеточку вниз. Закрасили. 2 клеточки влево. 1, 2. Далее одну клеточку вниз. И так 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Закрасили. 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Четыре клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Далее одну клеточку вниз. Еще одну и еще одну. Закрасили. Далее 4 клеточки влево. 1, 2, 3, 4. Закрасили. Одну клеточку вверх. Влево 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрасили. Одну клеточку вниз. Далее 4 клеточки влево. 1, 2, 3, 4. Закрасили. Далее 2 клеточки вверх. 1, 2. Закрасили. 5 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Закрасили. Теперь от этой клеточки одну клеточку вправо, одну клеточку влево. Далее 3 клеточки вверх. 1, 2, 3. Закрасили. Теперь 2 клеточки вверх. 1, 2. Закрасили. Теперь от этой клеточки одну клеточку вверх. 2 клеточки вверх. 1, 2. 2 клеточки вверх. 1, 2. Теперь с этой стороны одну клеточку вверх, 2 клеточки вверх, 3 клеточки вверх. 1, 2, 3.
закрасили. 3 клеточки вправо. 1, 2, 3. Одну клеточку вниз. Далее от этой клеточки вверх 2 клеточки. 1, 2. Закрасили. Теперь 3 клеточки вверх. 1, 2, 3. Закрасили. Теперь 5 клеточек влево. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь переходим наверх. 2 клеточки влево. Закрасили. Одну клеточку вверх. 4 клеточки влево. 1, 2, 3, 4. Закрасили. Одну клеточку вниз. Закрасили. 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Две клеточки вниз. 1, 2. Закрасили. 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Две клеточки вниз. 1, 2. Еще две клеточки вниз. 1, 2. Теперь берем другой цвет. Оранжевый. От этой клеточки вправо пропускаем одну клеточку, обводим две клеточки вправо, три клеточки вниз, две клеточки влево, одну клеточку вверх, одну клеточку влево, клеточку вверх, одну вправо и вверх, и закрашиваю. Закрасили. Переходим на другую сторону. От этой клеточки пропускаем одну клеточку. Рисуем одну клеточку вниз, одну клеточку влево, одну клеточку вниз, две клеточки влево, три клеточки вверх, две клеточки вправо, одну клеточку вниз и одну клеточку вправо. Закрашиваем. Закрасили. Переходим на нижнюю лапку. От этой клеточки рисуем две клеточки вправо, одну клеточку вниз, одну клеточку вправо, две клеточки вниз, одну клеточку влево, одну клеточку вниз, две клеточки влево, одну клеточку вверх, одну клеточку влево, две клеточки вверх, одну клеточку вправо и одну клеточку вверх. Закрашиваем. Закрасили. Теперь переходим на эту лапку. От этой клеточки пропускаем одну клеточку вправо, рисуем две клеточки вправо, одну клеточку вниз, одну клеточку вправо, две клеточки вниз, одну клеточку влево, одну клеточку вниз, две клеточки влево, одну клеточку вверх, одну клеточку влево, две клеточки вверх, одну клеточку вправо и одну клеточку наверх. Раскрашиваем. Теперь берем красный цвет. От этой клеточки
рисуем вниз одну клеточку. Одну клеточку вправо. Одну клеточку наверх. Далее 3 клеточки вправо. Раз, два, три. Раскрасили. Теперь 3 клеточки вниз. Раз, два, три. Раскрасили. 2 клеточки влево. Раз, два. Раскрасили. 1 клеточку вниз. 1 клеточку вниз. Еще одну. Далее 2 клеточки влево. Раз, два. Раскрасили. 1 клеточку вверх. Далее 2 клеточки влево. Раз, два. Далее 4 клеточки вверх. 3 клеточки. Раз, два, три. Раскрасили. Теперь от этой клеточки вниз 3 клеточки. Раз, два, три. Раскрасили. Теперь 2 клеточки влево. Раз, два. Одну клеточку вверх. 2 клеточки вверх. Раз, два. Одну клеточку вверх. Раскрасили. Теперь от этой клеточки рисуем 4 клеточки вправо. Раз, два, три, четыре. Раскрасили. Теперь 3 клеточки вверх. 2 клеточки вправо. Одну клеточку вниз. Теперь рисуем от этой клеточки 2 клеточки вправо. Раз, два. Раскрасили. Теперь берем черный цвет. От этой клеточки пропускаем 3 клеточки вверх. Раз, два, три. На четвертой рисуем 2 клеточки вверх. Раз, два. Раскрасили. 1 клеточку вправо. Раскрасили. Теперь 5 клеточек пропускаем вправо. Раз, два, три, четыре, пять. На шестой рисуем 2 клеточки вправо. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. И 1 клеточку вверх. Раскрасили. Теперь берем серый цвет. Рисуем здесь и здесь клеточку. Раскрасили. Берем опять коричневый цвет. От этой клеточки пропускаем 1 клеточку вправо. И рисуем 3 клеточки вправо. Раз, два, три. Далее от этой клеточки 2 клеточки вниз. Теперь вниз 1 клеточку. С этой стороны вниз 1 клеточку.
вверх одну клеточку. И с этой стороны вверх одну клеточку. Раскрасили. Теперь берем розовый цвет и закрашиваем наш бантик внутри. Закончили. Теперь берем, раскрашиваем всего мишку. Вот такой мишка получился у меня. Всем, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!